С 16 по 18 августа в Екатеринбурге на площадке Уральского центра развития дизайна пройдет фестиваль мастеров «Иван да Марья». На нем будут представлены уникальные авторские работы от мастеров не только Урала, но и других уголков России. «Иван да Марья» – уникальное мероприятие с национальным колоритом. На одной площадке в Екатеринбурге 6 раз в год собираются сотни мастеров со всей России и представляют свои работы, созданные руками с теплом и огромной любовью к делу. Параллельно проходят мастер-классы для детей и взрослых по разным видам творчества. На фестивале посетители смогут увидеть дизайнерские керамические и деревянные изделия для кухни и интерьера, качественный домашний текстиль, разнообразные работы из кожи, множество украшений, выполненные в различных техниках, авторские куклы и игрушки. И еще тысячи других вещей, сделанных мастерами вручную и с любовью. Узнать подробности можно на сайте организаторов.